Итак, друзья, вчера ничего не снимал. Была пятница. Защита на кафедре была. Все хорошо, все успешно. В принципе, целый день там и провел. Ой. Сейчас у нас утро, 8 утра, и едем на авторынок. Нужно посмотреть автомобильчики. Может, что-то будет хорошее. Ищется что-то бензиновое от 2005 года и только бензиновое. Ну, впрочем, попробую что-то вам показать, что там есть. Так, здесь у нас вот такая вот классика, можно сказать, 88 год, Ford Econoline, 5-литровый бензиновый двигатель, 4499. Вот случилось чудо, нашел несколько автомобилей, где есть цена. Хочу вам показать Renault Megane 2013 год, 1.5 дизель, 4700 на экспорт. Peugeot 308, 2015, 5900 на экспорт, 1.6 дизель, 172 тысячи заявленный пробег. Ну, вот еще есть автомобильчики у нас. Nissan 2002 год, 1.8 бензин, 1100. Потом Hyundai 2010 год, цена 3400, 1.4 бензин. И так, Audi A3, цены нет, к сожалению. И Volkswagen Golf 5, 2005 год, 1.6 бензин, 2.100. Так, ну у него здесь арочки уже пошли, как бы вот тут видно. Спереди, слева и справа. Ну и фары мутные. Вот так вот. Итак, здесь у нас Volvo 2010 год, 2.4 дизель, 10.200. Далее у нас Audi 2010 год, 3.2 бензин, 10.800. Mitsubishi Pajero, кому такой нужен, старенький. Ну как старенький, 2005 год, 4.800 стоит. И давайте еще Nissan Qashqai 2008 год, 2.0, 5.300. Вот так вот. Итак, самое интересное. Я съезжаю с общежития, и мне нужно деть куда-то свои вещи. Это самая такая большая проблема. В общем, договорился я со своим соседом, что я все свои вещи складу в его кровать и как бы там оставлю. Когда вернусь обратно, соответственно, все заберу, потому что буду жить я теперь в другой комнате. И сейчас покажу, что мы имеем. Так. И это только начало. В общем, у меня тут куча всего для автомобиля. Там куча моих вещей разных. Номера, конечно. Эту бумагу надо сдать, и еще куча всего здесь. Нет, это не мое. Вот это мое, снизу мое. Еще посуда. Ой, в общем, много всего, поэтому сегодня у меня очень интересный вечер. В общем, сегодня побывал на авторынке, посмотрел автомобили. Кое-что понравилось, кое-что нет. В раздумьях, нужно сейчас покупать или нет. Потому что я уже хочу ехать домой скоро. Тяжелый выбор, как всегда. Но что-то получится из этого. Ну, а теперь пойду-ка я складывать вещи. Наконец-то долгожданный дождь. Прям ливень настоящий. Не дождь, просто.